Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Конфлікти між батьками та дітьми з часом лише поширюються. Як же владнати ситуацію та знайти порозуміння? Саме з цим питанням звертаємось до гостя, яка прийшла до нашої студії. Олена Тригуб, психологиня. І ми не лише сьогодні будемо говорити про стосунки між дітьми, батьками, як взагалі вирішити будь-які конфліктні ситуації, а ще і про орієнтацію, яка теж важлива для наших дітей, які вже підростають і повинні знайти своє місце у житті. Тож дуже рада вас бачити, пані Олено. А справді, останнім часом, кажуть, конфлікти починають збільшуватись, непорозуміння і така прірва між батьками та дітьми. Чому, з чим вона пов'язана? Добрий день. Добрий день зрителям, добрий день, Юля. На самом деле, знаете, мир очень меняется. Не столько изменились дети, сколько изменился сам мир. Стало больше требований, стало больше требований к скорости, стало больше требований к достигаторскому такому. Мир диктует какие-то свои условия, свои рамки, и детям хочется им соответствовать. И еще, самое главное не столько детям, наверное, сколько очень хотят родители. В юном возрасте родители хотят, чтобы их ребенок был счастлив, чтобы их ребенок достиг многого в этой жизни. И поэтому они предъявляют к ним иногда завышенные требования к детям. Почему такая... Я бы не сказала, что пропасть большая между детьми и родителями. Она возникает, знаете, тогда, особенно в подростковом возрасте, когда у родителей действительно вот не хватает какого-то ресурса, потому что это очень сложный период и для детей, и для родителей. У них не хватает ресурса, надо выслушать ребенка. Потому что, ну, и жизнь родителей какая, очень стрессовая, да? Скорости очень большие, информации очень много, мы выгораем. И, правда, приходя домой, нам не всегда хватает сил, ресурса выслушать ребенка, который бежит к нам с распростертыми объятиями, рассказать нам что-то. Мы говорим, потом, потом. Да, подростку тоже, у него что-то свое, у него меняется вообще физиология. Его психология не успевает за физиологией, они становятся действительно агрессивными. И родители не всегда учитывают, что просто приходит момент, когда им понемножечку нужно детей отпускать, понимая, что дистанция будет больше. А родители хотят по-прежнему контролировать. А подростковый возраст, его задача, чтобы человек стал самостоятельным. И вот эта вот сепарация, вот когда они становятся агрессивными такими, они отстают свои границы, в этот момент иногда родителям кажется, что они друг не понимают своего ребенка. Конечно, он уже не такой малыш, как он был раньше. А все же вот такие агрессивные прояви, якось были еще колись рамки, когда навіть до батьків звертались на ви, например. То есть это двічі повага, не просто мама чи тато и уже повага, так, а еще и такое вот звернення. И плюс дети собі не дозволяли багато чого, не дозволяли там якихось замовок, не дозволяли собі агресивно сказати щось у відповідь. Чи, можливо, діти хотіли, наприклад, відстоювати свою точку зору, але це було спокійніше. То зараз ми помічаємо, що нібито ближчими батьки стають до дітей, але ось саме як це проявляється? Менше поваги, менше такого ставлення, як, більше як на рівних, можливо, так, але батьки і друзі – це теж, можливо, трошки різниця між тим, як ти скажеш своїй подрузі, і як ти скажеш мамі, наприклад. Так? Тобто тут є ось цей момент, на який теж батькам хочеться звертати увагу, і не даремно, тому що справді батьки розуміють, ось ця неповага в такому віці, вона переросте в доросле життя, і тоді вже неминучий розрив між батьками і дітьми. І так ми знаємо, що дуже часто трапляються ситуації, коли роками не спілкуються вже дорослі люди. Да, есть такой момент, и я бы хотела сейчас акцентировать на том, что, вы знаете, нам, родителям, я тоже мама, и нужно принять ответственность за то, очень четко понимать, что ответственность за выстраиваемые отношения с детьми лежит на родителях. Это именно наша задача. Это не задача ребенка. Он еще не способен выстраивать эти отношения. Поэтому вот научиться правильно с ним выстраивать отношения, это действительно важно. И в детстве, особенно в подростковом возрасте, действительно закладывается фундамент дальнейшего общения родителей и детей. Это можно обратить внимание, вы знаете, на то, как мы общаемся со своими родителями.
Ведь иногда тоже наша какая-то нервозность, как мы общаемся со старшими соседями, как мы общаемся с другими людьми. Дети на самом деле, когда, знаете, вот эта любимая фраза родителей, я же говорю, а он не понимает. Я ему много раз говорила, мы с ним об этом говорили. На самом деле дети копируют наше поведение. И они делают это с самого вот маленького возраста. Они именно так учатся миру. И то, как мы общаемся и с ними в том числе, даст им такую основу, как мы с ними общаемся, так они будут знать, что с ними можно общаться. И так они будут думать о себе. И поэтому нам очень важно выстраивать корректные такие отношения. Да, где-то границы. Для детей важны границы. Они этому учатся у родителей, выстраивать свои личные границы. И для них, правда, важны какие-то правила и рамки. Это, конечно, сейчас это не так жестко, как раньше. Но, знаете, иногда, честно говоря, не хватает вот этого такое вот уважение к старшим. И я бы сказала, что становиться своим детям друзьями не стоит. Друзья – это друзья, родители – это родители. Вот с уважением относиться к потребностям ребенка, уметь его выслушать – вот это правда важно. И тогда ребенок понимает, что его уважают как личность. И у него не будет такого чрезмерного желания ставить жесткие границы и становиться таким ежиком. Так, пані Олено, хочеться зараз почути практичні рекомендації для батьків. Якщо, наприклад, от зараз так можемо промоделізувати ситуацію, коли приходить, наприклад, дорослий вже хлопець до вас, так, і звертається так: мам, от мені там щось треба, чи якось іще. От в такій формі не дуже ввічливі, не дуже поважливі до мами з вимогами. От ваші рекомендації, що треба мамі сказати і як поставити так ваші стосунки, аби цьому хлопцеві не захотілося більше приходити? Не з проханням, не мається на увазі прохання, так? А от саме з таким поводженням. Так, ну я начну, как всегда, издалека немножко. Знаете, правда, когда уже ребенку 15-16 лет, он приходит с такими прям требованиями, это еще не совсем поздно, но я бы обратилась к родителям детей пораньше. Старайтесь выстраивать, заниматься, не ждать с старшего подросткового возраста, это уже старший подростковый возраст, когда прорвет, да, нарвет уже нарывчик. Выстраивайте с ними отношения и границы ранее. Если приходит ребенок в таком возрасте, в любом случае, в том тоне, который вы для себя не допускаете, можете ему об этом сказать сейчас, переформулируй, пожалуйста, как бы я слышу требования, мне неприятно говорить с тобой в таком тоне, я слышу, что ты чего-то хочешь, я понимаю, я готова тебе это дать, я готова тебя выслушать, но, пожалуйста, вот как бы смени тон, переформулируй, скажи по-другому. Наша задача ведь и учить детей. Так, звичайно. Да. І здесь дуже важливо, опять же, вернемося к тому, як ми к нему обращаемся. Ну, я думаю, що навряд чи з першого разу хлопець, який вже має таку лінію поведінки, скаже так: мама, вибач, я скажу це по-іншому. Можливо, треба разів 5-6, а може й 10, чи скільки треба разів повторювати, щоб вийшло? Хороший вопрос. Знаєте, на самом деле, человеку, щоб він дійсно услышав, нужно сказать 40 раз. 40. Поэтому это и мужчинам, и женщинам, и родителям очень важно понимать. Когда говорит: я один раз сказал, и ты должен меня услышать. Это очень сложно. Вот мы так не устроены. На 20-й раз где-то, когда мы хотим что-то донести ребенку, донести другому человеку, нам нужно быть терпеливыми. И это только у меня родители говорят: что, прям подряд нужно? Я говорю: нет, пожалуйста. Рахуйте, разве 40? Да, пожалуйста, не подряд. Но терпеливо быть и настойчивы в том, и мы ребенку делаем очень большое дело в этот момент. Мы учим его, как обозначать и отстаивать свои границы тоже. Как мы это делаем, так и он будет делать. Либо он будет делать это агрессивно и требовательно, либо он будет понимать, что если ему сказали нет, то, возможно, это нет. Можно поискать другой выход, но не идти нахрапом.
Угу. Вот. Так. Ну і справді для дітей, особливо такого вже дорослого віку, для них теж це буде сигналом, тому що ще 2-3 роки, і вони вже йдуть в доросле життя. І тут вони якраз у цей момент зловлять і будуть розуміти, чи я ще залишаюся тут, так, з батьками своїми, чи мені вже треба в будь-якому випадку, от прямо зараз, так, сьогодні, післязавтра, йти і шукати десь іншого і житла, там, і іншого життя, і так далі, і так далі. А є дуже багато таких випадків, коли діти ще не сформовані, достатньо не сформовані, йдуть і шукають собі прихист, як то кажуть, так. Ну, понятно, что у них есть на это причина. По какой-то причине, зачастую это причины объективные, хотят это родители принимать или не хотят иногда, но если ребенку некомфортно дома, ну, понимаете, если бы ему комфортно, ну, какой нормальный человек оттуда? Нет, значит, что-то ему некомфортно, где-то его не слышат. И, возможно, такое поведение, когда дети даже убегают из дома, это... как бы сигнал семейной системы о том, что в ней что-то происходит. Родителям очень важно смотреть, когда что-то с ребенком у них происходит, он как-то даже какие-то социальные поступки делает, это может быть какое-то мелкое воровство. Это, скорее всего, может служить сигналом о том, что между родителями, что в семье, к ребенку есть какое-то отношение, с которым он не хочет мириться. И звісно, саме головне, щоб папа і мама були щасливі. Так, але ж ми знаємо, що зараз є багато неповних сімей, коли виховує одна мама, наприклад, є випадки, коли тато, коли бабусі чи дідусі беруть на себе таку відповідальність, і дитині просто немає як слідкувати за нормальними стосунками. Вона їх просто не бачить, вона не знає, що є таке. І вже на свій розсуд діти починають вибудовувати свої стосунки, ну так, як вони собі уявляють. Не завжди це може бути так, як треба. Ну, да, это такая реальная нашей жизни. Тем не менее, как бы даже, например, если возьмем вопрос, когда родители разводятся, им очень важно, правда, корректно это сделать. Потому что всегда помнить, что выбор жениться, жить вместе друг с другом, как бы рожать ребенка, это был их выбор, это не выбор ребенка. Точно так же переезжать в другую местность, менять стиль жизни какой-то, да, разводиться, это не выбор ребенка. И он, по большому счету, не обязан это принимать. А родители хотят иногда, чтобы прям вот принял, обязан. С ним тоже в этот момент нужно работать. Когда не полная семья, ну, правда, не стоит не драматизировать в этом плане, все бывает. И не стоит демонизировать отца или мать, которые ушли из семьи. Это очень важная вещь, потому что дети, они рядом с нами, мы очень значимые для них люди, и они иногда так наше отношение к партнеру, к нашему, так, мужу, бывшему или к жене, они так это хватают и смотрят на мир, на отца или на мать, потом на мужчин, на женщин, других глазами своей мамы. Важно сказать ребенку, что какие-то сложности произошли у мамы с папой, ты здесь ни при чем. Особливо маленькі діти склонні на себе і винити, що це із-за мене, там щось у мами. Ну так, звичайно. А особливо, якщо батьки ще додають, так, от мама була така, я тобі зараз все розкажу, чи там тато був таким, я тобі, ти повинен знати, як все було насправді. Можливо, це не так вже і треба зараз дитині розповідати, так, і... Зовсім не треба. Зовсім не треба. Ось, ти якраз хотіла про це сказати. Пані Олено, з приводу профорієнтації, от кажуть, що діти зараз в більшості своїй не ініціативні. Тобто є якась, можливо, потреба, є схвалення якоїсь думки, але ініціатива залишається десь там. Чому саме так відбувається? Ви маєте в виду, чому діти зараз такі малоініціативні іноді? Ви знаєте, я, коли ко мені звертаються з цим питанням, приходять з таким запросом, я дивлюся, що в такому випадку, коли дитина малоініціативна, у нього дуже ініціативні батьки. Мама, папа или бабушка, они так ребенку, они, понимаете, их инициативы хватает на двоих. Ребенок даже не успевает чего-то захотеть. А пошли сюда, а пошли сюда, а попробуй вот это, а займись вот этим. И когда обращаешь это внимание, они говорят, ну мы же предлагаем, предложите и дайте возможность ребенку сделать выбор. Дайте возможность ребенку даже поскучать в скуке, когда вот, мы находимся наедине с собой, когда ничего не делаем. Из этой пустоты может что-то родиться, и ребенок может что-то захотеть. И тогда точно так же, как и с выбором профессии.
Это очень важный этап в жизни там, ребенка, подростка. Очень важно родителям, хочу сказать один факт, что только к 20 годам заканчивается формирование отдела мозга, отвечающего за прогнозирование. Поэтому в 12, в 13 лет задавать ребенку, кем ты хочешь быть, вопрос, они могут и не знать. Есть дети, которые, правда, идут по семейным стопам, как-то они определяются, им правда это нравится. А есть дети, которые просто не могут. Это, кстати, еще этот момент про этот отдел мозга, они поэтому не понимают, что какой-то их поступок повлечет за собой определенные последствия. Когда мы говорим, неужели ты не понимаешь, что бы могло быть, вот понимаете, он иногда, правда, не понимает, что может быть. Ось як, а якби ми це знали, що просто діти ще не вміють настільки прогнозувати, можливо, в них досвіду ще не вистачає, вони не проходили такої ситуації, звідки вони можуть знати? Тільки через те, що мама колись сказала, та він мимовух пропустив, він навіть не почув, можливо. Тобто мама сказала, то справді було б непогано, якби діти отак все ловили і знали, що батьки не можуть тобі гіршого побажати, але ж все одно це його особистий шлях. Так, і дійсно, він приходить в цю життя, щоб отримати свій опит. І нам потрібно, дуже важливо відноситися до дитини, як до іншого чоловіка. Це не просто наше продовження, це інший чоловік. І він має право чого-то хотіти, чого-то не хотіти, того, чого хочемо або не хочемо ми. І це дуже важливо давати ему вот это право выбора, учить детей тому, что ты можешь выбирать, я уважаю. Мне может не нравиться, да, но я уважаю твое право выбора как личности. И тогда детям, и ошибки они делают, они понимают, что это не катастрофа, они более психологически устойчивы, и у них нет страха рисковать в жизни, менять профессию, уходить из отношений, которые им не нравятся. Тогда они, правда, понимают, они очень хорошо тогда на себя опираются, они знают, что я имею право выбора, я имею право ошибиться, да. Але є діти, які весь час питають у батьків, а як же, чи правильно я це роблю, і, будь ласка, мені порадьте, і чи так мені йти, чи туди, чи сюди, не знаю, так? Це, мабуть, теж пов'язано з тим, що вони ще недостатньо самостійні, вони ще не розуміють, як треба. Відповідь дуже проста. Їх опит житті закінчується кількістю їх років. И все. И это мы, знаете, одно из первых упражнений, когда родители приходят к нам на клуб родителей подростков, одно из первых упражнений, которые мы с ними делаем, это вспомните себя в этом возрасте, какие вы были, как вы себя вели. И такая сначала, я таким не был, а потом, ой-ой-ой, и начинают вспоминать. И правда, а детки, это их... То, что говорим мы на слух, мы же, понимаете, мы же все должны что-то пощупать, попробовать. Так, звичайно. Пані Олено, наостанок хочеться почути від вас вже такі основні рекомендації для дітей-батьків. Ми багато чого проговорили сьогодні, але ось такий висновок, будь ласка. Я бы хотела сказать, что первое, что уже говорила, действительно, возьмите ответственность на себя за построение отношений с вашими детьми. Дайте себе труд почитать книги, либо обратиться к психологу. И главное, это правда, будьте с ними в контакте, в настоящем контакте. Ребенку не нужно на самом деле много нашего времени. Ему нужно иногда 5 минут, но 100% нашего внимания. Если это маленькие дети, играйте с ними в их игры. Если это взрослые дети, поинтересуйтесь, уже подростки, поинтересуйтесь их увлечениями, поинтересуйтесь, разделите как-то их интересы. Им действительно станет легче с вами контактировать. Самое главное – это контакт. И важно понимать еще, я сравниваю, это знаете, как очень старший ребенок, поводочек у собачки. Надо отпускать этот поводочек. Хоч якби нам важко це не здавалося на перший погляд, якби нам не хотілося все ж дитину притримати, так, щоб вона там десь не розбила свої якісь там мрії, надії, якби ми не хотіли її вберегти від усього на світі, від тих помилок, але ж шишки треба набивати, а як, інакше життя не буде. Правда, правда. Я вам дуже дякую, пані Олено, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді цікава, корисна, дуже необхідна тема для усіх, для нас на сьогодні. І дуже хочеться, щоб діти були щасливими разом з батьками. Щоб не було прірви в стосунках, щоб діти і батьки розуміли, що окрім таких близьких людей більше нікого немає в цьому світі. Ми найближчі і треба зберігати дуже міцно ті стосунки, те, що нам вдалося. Тому мама і папа, точно так, як діти, це навсегда. Це назавжди, звичайно. Дякуємо вам і обласному центрові громадського здоров'я, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.